Риск рецессии в России, судя по всему, возрастает. Минэкономразвитие ухудшило прогноз по росту российской экономики. В первом полугодии темп роста ВВП составит 0,4%. Это на 0,3% ниже, чем предполагалось ранее. Если смотреть в годовом выражении, то по сравнению с тем же периодом прошлого года, темпы роста ВВП замедлились более чем в 3 раза. ФМИ рассчитывает, что негативная тенденция будет сломлена во втором полугодии. Сохраняет свой прогноз по росту ВВП на год на уровне 0,2%. Накануне Росстат сообщил о спаде промпроизводства во втором летнем месяце на 0,7%, при том, что в июне был небольшой рост. На этом фоне ведомство Алексея Улюкаева повышает планку по инфляции в августе на 0,1% до 0,2%. Это связано с тем, что традиционное сезонное снижение цен в этом месяце будет слабее, чем год назад. В годовом выражении инфляция составляет 6,5%. Официальный прогноз правительства 5,6%.